Европейский кризис бьет по Азии. По оценкам МВФ, в случае долгового коллапса еврозоны могут пострадать как банки азиатских стран, имеющие крупные финансовые активы в Европе, так и реальный сектор экономики. Примером тому Китай. В сентябре экспорт из этой страны вырос меньше ожидаемого на 17%. Главная причина – сокращение объема поставок на крупнейший внешнеторговый рынок КНР в страны Евросоюза.